Приближается International. Уже открыты карточки. Ну, вот тут приглашение можно увидеть. Вот Virtus Pro. Еще Team Empire, кажется. СНГ. Вот Team Empire, да, это СНГ. Вот я тут Virtus Pro поставил. Тут просто челиков. Можно сказать, рандомных. Это All Stars матч. Так. Открыть набор карточек 45. Прям... Тут должно быть очень много, да? Открываем набор. Чуть-чуть все сразу открыть нельзя. Лишняя карточка, получить пыль. Ну я ж нажимаю, ну ладно. Я не знаю. Это получается челики, которые в интернешнале будут участвовать. Еще одна лишняя. Тут кажется самая ценная, это золотая. Но я на самом деле не всех знаю вот тут из вот этих игроков. Ну, большинство знаю. Нахрена у меня, конечно, этих наборов. По-любому должна хоть одна золотая быть. О, золотая. LBD for Evariant. LBD по-китайски. Получить две. Почему две? Золотые серебряные карточки не разные мозги. Ладно, не буду пока распылять. Уже идут, все повторяются. Кстати, фотки игроков не на всех карточках почему-то. Infamous Planet Dog. О, еще одна золотая. Я вот эти пыли, наверное, пока не буду распылять. Интересно, какая-нибудь команда в полном составе соберется. Должна, по идее. Не буду пока распылять, которые из этой пыли. Они типа ценные. До хрена. Да, конечно, азиатов до хрена на этом интернешнале будет. Похоже. Пиздец, у меня уже 50 пыли есть, получается. Может, премиум пак купить.
Так, еще чуть-чуть остается. Бомбомен золотая. Последний пак. Даст охренеть 108 пылит, я еще не распылял который за две. У меня чаппи нет, 14.37 у меня нет, инжули нет, кипиая баблоки нет, и все остальные есть. Премиум пак, а ну-ка давай, я могу, кстати, еще один премиум пак купить. Ну так, а бабока вот есть. Нормально. А зачем мне их по две реально серебряных? Я их распилю. This will destroy all common cards via use for silver or gold. It will degenerate 23 cards. Чё-то я суть, ладно, не буду. Так, пыль пока сэкономлю. Любимая команда. Найс, да я вообще могу любимую еду любую сделать. Ставки пока закрыты, да? Ну да, прогнозы закрыты. Групповой этап, короче, 2 августа будет. Первые игры в интернешнале. 3, 4, 5 это все групповой. Потом с 7 по 12 это получается основной турик. И 12 гранд-финал. Я хрен знает, короче. О, самое вроде нормально. Не совсем понимаю, как это работает, если честно. Афлейнер. Я не знаю, что это за чилик с китайским ником. Вот, вот. Вот я XXS знаю. Поддержка. Лил. Лил это вроде 4-я позиция, да. Ну вот так вот. Тут где-то сохранять надо. Не, не надо сохранять. Ладно. Я просто не знаю точно, кто будет там играть с кем. Ну вот. Что это такое? Еще один премиум пак купить. Ну, в принципе, можно, на самом деле, какая разница. 8 пыли еще осталось. Но опять же я могу распылить еще какие-нибудь карты. Получить 2 пыли. Ладно, не надо пока. Да, у меня почти все есть. Вот вообще в полном составе. Интересно, в какой команде Абит играет, а в DC? Любимую команду выбрать. Team Liquid. Собрав все карточки одной команды, сможете сделать ее своей любимой. Полные комплекты серебряных для золотых карточек одной команды откроет улучшенный эффект. Вот Team Liquid, и что мне это интересно дает теперь, то что она любимая у меня. Черт, у меня одна золотая, даже две матумбы и две серебряные. А Куроку и Миракл белые получаются обычные. Да. Ну ладно.
Так же как вот 77 уровень компендиума. Проебываю фишки просто из-за темы. Не-не, не это. Вот это, да. Как-то так. В боевом кубке не играл еще. Найс, призовой фонд, там 20 лямов под 20, я думаю. Ну вот, думаю, вот как-то так. Каждый набор содержит 5 карточек, одна из которых обязательно будет серебряной или золотой. Серебряная карточка из 3 случайных бонусов, статистики, у золотой 5. Каждый день за International 217 вы можете создавать фэнтези-команду из 2 игроков основы, 2 игроков поддержки и 1 игрока сложной линии. Игроки, карточки которых поместили в свою фэнтези-команду, зарабатывают вам очки своими показателями на TI-7. По окончанию TI-7 вы получите боевые очки, количество которых будет зависеть от того, сколько фэнтези-очков вы заработали в сравнении с остальным сообществом. Ясно. Лучшие 50% по счету фэнтези-команд получат 4000 боевых очков. Да, тут статистика, вот лучшие 100 по миру будет. Либо тут рандомно надо, либо надо шарить именно в этой херне. Надо еще посмотреть, что будет давать вот это командный эффект. В чем вообще смысл этого? Я за ЦК вошел. Вот, короче, Team Liquid баннер. Это вот мой, видимо. Вот у Чилика ЕГЭ, любимая команда, видите? Вот ЕГЭ баннер. Вот моя статуя Вивера. У меня вот Team Liquid. Такая фигня. Ну тоже... Почему бы и нет? Куру не купили, отлично, как всегда. Ну ладно.